Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале. Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас очень и очень жду. Сегодня мы будем готовить с вами вкусную холодную закуску из баклажан. Нам понадобятся баклажаны. 6-7 штучек, молоденькие такие вот. 10 зубчиков чеснока. 2/3 яблочного уксуса, 2/3 стакана, масло подсолнечное, столовая ложка, соли, где-то нам понадобится 1,5 столовых ложки без вилки, и сахара 3 столовых ложки. И приправа нам понадобится. Перец горошком, гвоздику и петрушистый перец по 5 штучек берем. И лавровый лист по 5 штучек. Ну, поехали! Начинаем готовить маринад. Вливаем 2 стакана вот воды. Соль берем, значит, у нас вот здесь 1,5 столовых ложки без верха. Сахара 3 столовых ложки засыпаем. Засыпаем, вот я налила яблочный уксус. Вот столько. И берем приправы. Все по 5 штук. Вот перец душистый. Перец горошком. Гвоздики. Гвоздики. Угу, 5 штучек. И лаврового листа. Вот тоже 5 штучек. Берем сюда же маринад, ну, столовую ложку масла подсолнечного. Вот, мешаем и ставим на огонь, доводим до кипения и 1 минутку кипятим. Режем вот баклажан вдоль, вот на такие пластины. Видите, где-то 2 сантиметра, 2,5. И обжариваем их на небольшом. Быстро обжариваем. Так, а теперь вот чеснок давим через чеснокодавилку. Подготавливаем. Берем баклажаны с двух сторон. Быстро. Вот обжаренные с двух сторон баклажаны. Мы вот их вот так чесноком обсыпаем, прям туда втираем. И вот так вот кладем друг на друга плотно. Вот так складываем их. Видите, они с чесноком у нас все. Вот мы их притерли туда. Складываем плотно друг к другу и заливаем маринадом. Вот и все. Сложили наши баклажанчики. Теперь заливаем рассолом, маринадом нашим. Но только чтобы он остыл. Вот. И немножко вот ставим так вот под груз, чтобы они не наверху не были. И кладем в холодильник на 3 дня. Можете через 2 дня попробовать. Приятного аппетита!